Так, ну все. Давай. Пойдем налево. Там пойдем, потом направо. А, нет. Пойдем направо. Пойдем. Там еще раз направо. О, есть что? Давай посмотрим. Это типа у них. Ну это картинка, что, блядь, тут слабости какие-то. Ну да. Спешл. Спешл, мешал. Белые майки, блин. Это где? Караганде. Отсутствие тротуаров это прикольно. А? Отсутствие тротуаров это прикольно. Ну да. Тротуары без соперника, без лопатки. Ты попробуй город без тротуаров. Вроде знаю, да. Бля, они заебали ездить. Дорог много, тротуаров. Жизнь через жопу. Кто плохой, сам пятен, сука, плохой, что дороги расширяют. Помнишь, мы про пьяного смотрели? Где он там пьянство? Куча ментов, это походу какой-то, блядь, его. Я в шпиона же пьяный. Ну да, да. Какой-то старый район, наверное, да? Нет, тут, походу, какой-то The People's of Aya. Это как его, посольство Китая. Посольство Китая. Ханжин какой? Посольство Китая. Ну, я понял. Ну что, нормально у Китая посольство. Вот аж по 5 полицейских стоит. Ну, у нас тоже полицейские. У нас один стоит там. Смотря где. Кия, да? Кия. Вот, Ташкан растет. 13. Ну, мы сейчас обратно пойдем. Мне кажется, мне впечатление в тот район. Или попробуем, что сделаем. Ну, вот такой вот, да. Везде, блин, покушать можно, да, скажи? Блин, тут везде свинина. Тут жарить можно. Они на свинину пойдут. Календарик с поп какой-то корейской группы. Ну, повесишь себе, будет. Вообще, не сильно. Вот, видишь, какая штука. Это прикольно. Мобильный офис. А там знаете? А там знаете? Я вот прикольно. Сумочку что делаю, да, еще. Сумочку. Прикольный какой-то. Ну все, мы. Ну да. Это влагал прямо и направо. На сторону там ребят увидим туда. Давай, да. Транспалит, скорее это турист. Видишь? Блять, ты меня уже, сука, выпал, ебать. Туристическая полиция, да. О, они стоят, ем, молодцы. Поставили. О, Зара. Миша, вон, видишь, Миша. У нас тоже Миша есть. В этом есть торговый центр. Да, да, да. Кстати, Миша, это корейский, там официально, да. Ну, зайди в Мишу, купи бомбон, Машу, блядь. Миша. Чё? А? Два Миша. Исланд какой. Миша из Исландии. Вот так вот гуляет молодежь, товарищ. Молодежь гуляет. Блять.
хуйня. Так что вот так вот, мужики, видите, что продается? Вообще отлично. Есть все. Все, что есть, very good. Это нормально. Так, пройдем прямо, потом мы по нему ушку пройдем. Ах, блин. Красиво все. Магазин отлично. Магазин, да это какой все магазин. Видите, как круто? Вот это магазины, блин. О, полицейская машина стоит. А вон гламурных два копа. Вон там, да? Пластиковый. Ну да, наверное. Да, да. Это полицейский участок. Вот так полицейский участок выглядит. Сфоткай меня, наверное. Ну блин, ну мне надо снимать. Давай я тебя сфоткаю, вставай. Ну вставай, я могу фоткать, да. Там главное не забыть. Все, я сам все проверять буду. Ну как вам, дорогие друзья? Very nice. Вон один плюс один продается там. Все вон сидят. Нормально. Танцуют все, сидят. О, пойдем из карты. Тренинг. Два, по-моему, карты. Какие карты? Карты нет. Вот так вот, дорогие друзья, видите? Достаточно красиво все выглядит. Вон два ковбоя стоят. И шарик. Ну да, да. Ну молодцы, молодцы, что так. Покатай шарик, блядь. Так что вот такие дела. Можешь себе купить? Я не знаю, что, блядь, альбом раскрашен. Корейцы у нас, конечно, такие. Сигареты продаются. О, видите, школьница такая, модница идет. Я модница. Я самая крутая. Это нормально. А не знаете, какие здесь такие все, ну куда ни ходи, блин. Пойдем, да. Такие модницы, это жестко. Very nice. И good nice, блин. Вот это да. А вы говорите. О, смотрите. Что продается-то? О. Вот тоже квартал какой-то. Больше стразов, да. Блин, надо в электронный какой-то магазин, а ты вроде не электронный. Или электронный. Электрок. Тоже иены, иены, доллары, обмены. О, смотри, а здесь уже типа еда. Блять, они заебали. Как китайцы ездят. Ты впереди меня опять, я не могу с ним. У меня фул. Нету роллов у них, блин. Хера, блин. Один этот, реально. Один рис, блин. И все. Ну там вначале что-то было. Сходим обратно, пойдем. Дорогие друзья, сейчас я вам покажу, какой мы в магазин зашли. Давайте посмотрим. Во! Кому чай нужен? Большой чай надо? Кому чай? Шапочки всякие. Вот такие темы продаются у нас. Видите, блин? Вот. Машинки всякие там. Ну что, прикольно. Ну все есть, что из Китая везется. Что еще откуда-то везется, типа того. Да, давайте посмотрим, что у нас дальше есть. Вообще отлично. Кто-то копается там, занимается. Блин, она прикольно, мне нравится. Это круто. Косметика. Типа, какая-то косметика. Духи, 14 тысяч вон. Еще раз говорю, 1000 вон, это... 54 рубля, вот и считаете сколько. Ну, в общем, 55 тысяч вон, например, 3000 рублей. Вот когда менял в Москве. Вот такой магазин. А кому школа скоро?
кто пойдет? Школьники пойдут. Вот так вот. Хороший магазин, конечно. У нас таких тоже навалом, но здесь Китай ближе, наверное. Все very nice. И хорошо. Сувенирчики всякие. Всякие эти. Хорошо. Один плюс один маск. Made in Korea. Не такие дорогие, кстати. Видите, это пробники. Ну-ка дайте. Женский, наверное. Бля, водка пахнет. А, отлично. Водка пахнет, кстати. Али. Вот так вот. Very good. Вот. Урмбо Хамс тоже здесь есть. Вот такие дела.